Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam на Toyota Vitz третьего поколения в кузове XP130. Установили головное устройство на базе Android от компании CanBox. Модель H-Line, диагональ экрана 9,5 дюймов и разрешение экрана 2К. Встает штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает достаточно аккуратно, без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем в разъем. Кнопка аварийки переставляется, все функционирует, все работает. Также адаптировали с подсветкой автомобиля, при переключении габаритов автоматически регулируется яркость. Камера заднего вида включается автоматически при включении задней передачи. По желанию клиента верхний бардачок вывели. Дополнительные USB-порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Все работает максимально быстро, плавно. Здесь большой функционал. Есть все преимущества Android-системы, есть все современные мультимедийные возможности. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, интернет-радио, Google Chrome, Кинопоиск, интернет-телевидение, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор и множество других. Есть эквалайзер для настройки звука. Подключение телефона по Bluetooth для громкой связи. Подключение Android Auto либо CarPlay, как проводным, так и беспроводным путем. И множество других функций. Экран здесь идет с высоким разрешением, максимально насыщенный, достаточно яркий. И удобно пользоваться всей мультимедийной системой. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих недосвящений для вашего автомобиля. На данную машину есть различные варианты мультимедиа с разными характеристиками. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте, либо позвонив нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам, с постоплаты вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!